Продолжаем движение. 75-я серия. Участка Мурманск-Магадан. Седьмой день пути. Расстояние в этой серии будет пройдено. Ну, почти 73 километра. Все населенные пункты обозначил титрами. Если населенный пункт не видно, за деревьями он спрятан, то показываю стрелкой. Оценивайте состояние дорожного полотна. Вообще, условия вполне комфортные для движения солнца в спину. Так, впереди скоро будет фрагмент, который я замедлил в два раза. Но это последствия ДТП, которые прошли. Которое произошло на трассе. Повторю, что замедлил в два раза. Последствий ДТП не знаю, мне неизвестны, но, как видно на кадрах, ну, во-первых, машины здорово разбиты. Разбросало в разные стороны. Вернее, это во-вторых. Но то, что пострадали люди, об этом мне ничего не известно. Но то, что водитель, на которого пришелся удар, я думаю, там травму получил, как минимум. Ну, смотрите сами дальше.
меня туда нету. Красного Феникса, японский бог. Красный. Красного Феникса. Как любят добавлять везде. Еще
скатывает свои губы.
масло понял. Мы будем стараться, конечно, максимально хорошо усилить, чтобы вот такое масло. Thank you.
город Пермь. Хорошая объездная дорога.
языка расшифруешь? Нормальное название милиции. Милые лица. Да, мы их ругали, мы там по-всякому. Милые лица. А сейчас полиция. Поганые лица. Ну и разговаривал кое с кем. Без полицейских они сами плюются.
Екатеринбург. Взгляните, поехали. Поехали. Маршрут изменился. Беру направление на Екатеринбург.